Добрый день, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас опять такой экстренный выпуск о собаке-белке. Расскажу вам предысторию. Это мои кураторские собаки, которые живут на улице. Я их волонтирую уже 6 лет. Но белка дикая. От слова «дикая» совсем. То есть, кроме как покормить, оставить еду, собака неконтактная. Может, за счет того, что вот они такие, я всегда говорю, у таких собак больше шансов выжить от отстрелов, от отравлений, от всего прочего. Это началось в ноябре 2019 года, когда я увидела у белки венсаркому. Я понимала, что это характерно венсаркома. У нее не было наростов, не было ничего. И все то долгое время, что я их кормлю, я пыталась ее как-то заманить, поймать. Я подключала всех, с кем она контактирует, но все было бессмысленно. А в июле 2020 года, когда приехала моя дочка Маша, мы с Машей решили ее все-таки поймать. И спустя 3 часа нам удалось ее загнать в будочку, и белку мы поймали. На тот момент я скинула фото одному из наших ветеринаров, на что мы все, в принципе, решили, что это такая венсаркома, уже просто запущенная. А на следующий день, приехав в ветеринарную клинику, наш ветеринарный врач решила, что это рак, и осталось ей жить 2-3 месяца. Я со слезами на глазах отпустила собаку, позвонила своему знакомому ветеринару, на что она мне сказала, что ни один УЗИ-аппарат не покажет метастазы. Бери собаку и вези в другую клинику. Да, отлов был жуткий, но все-таки мы ее заловили. И белку я повезла в клинику Новомосковская, где у нас взяли биопсию. И мы провели 2 химиотерапии. Но на тот момент белку держать было негде. Я не могла ее контактно посадить к себе в приют. И после 2-й химиотерапии так получилось, что белка выпрыгнула из машины и убежала. Это был август месяц. Биопсия, слава богу, у нас пришла отрицательная. Но белку надо было сделать 5-7 курсов химиотерапии и сделать хирургическое вмешательство оперативное, удалить вот эти все ткани. К сожалению, после того раза, собака перестала подходить к людям вообще. То есть мы понимали, что она живая, что она живет с этой болячкой, что с каждым днем ей все больнее, с каждым днем ей все хуже и хуже. И буквально 4 месяца назад я задалась целью, что я должна помочь белке. Потому что у меня в квартире на передержке была первая партия ее щенков, Гаврюша и Муся, обрели семьи, Пусенька до сих пор находится у меня. То есть уже 3 года собака живет у меня на передержке. Я понимаю, что это уже моя собака, и она проживет здесь всю оставшуюся свою жизнь. И 2-й помет был у белки. Это лапка и лялька. И вот, кстати, Кира, кто помните Киру, девочку с черепно-мозговой травмой, это уже, получается, внучка вот нашей сейчас белки, которой нужно срочно экстренное лечение. Лечение будет не быстрое, но, я надеюсь, успешное. Венсаркома в простонародье – это не рак. Чтобы вы все понимали, венсаркома – это вирусное специфическое заболевание у собак, которое передается половым путем. Но хотя она может давать метастазы. И 4 месяца мы
ездили, я подключала мужчин из гаражей, где живет белка. Просила их при первой возможности помочь нам поймать белочку. Слава богу, мужчины там очень хорошие, они тоже любят всех этих собак. И вот буквально вчера у нас был дождь, такой сильный дождь, у нас очень сильно похолодало. Владимир Владимирович пришел в свой гараж, начал кормить собак, и пошел дождь. Пошел дождь, и белка сбежала в будку. Они загородили все это бревнами и срочно звонили мне. Я экстренно выехала и забрала белку. Мы промыли все это хлоргексидином. Конечно, уже идет такой вот запах гнили. Но я надеюсь, что мы поможем белке, мы обязательно ее спасем, и она еще проживет свою долгую собачью жизнь, но только с вашей помощью. Я понимаю, что сейчас будет длительная химиотерапия, это курсов 7, и потом, скорее всего, удаление всех вот этих вот новообразований. Моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь к каждому из вас. Давайте поможем белочке в дальнейшем нормально жить и существовать. Ведь мы с вами спасли уже не одну лохматую пушистую жизнь. И мы спасаем, но и в то же время мы устраиваем собак. Мы не просто их спасаем. Только благодаря вам, вашей помощи, наши собаки живут, выживают и находят себе семьи. Я очень надеюсь на вас каждого. Каждые ваши 50 рублей помогут и дают шанс белке выжить в этом злом, жестоком мире. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.